Сегодня в скандальном деле известной российской актрисы, 50-летней Анастасии Заворотнюк, была поставлена жирная точка. Почти 5 лет простой российский народ водили за нос и не говорили правду. Однако сегодня в своем телеграм-канале дочь Анастасии Заворотнюк, модель и артистка 26-летняя Анна Заворотнюк, наконец-то сообщила то, что было на самом деле. Последнее время дочь актрисы Анна вела себя крайне странно. На все вопросы о здоровье матери она отвечала весьма уклончиво. «Мама лечится, мама в Америке, мама сильно поправилась, мы вам скоро ее покажем». Ну а последнее изречение Анны Заворотнюк и вовсе привело в шок ее поклонников. Неделю назад дочь актрисы заявила: «А какое вам дело, жива моя мама или нет? Мы сами во всем разберемся». И, наконец, сегодня Заворотнюк-младшая сделала скандальное заявление. «Моя мама ушла из жизни 5 октября 2019 года. Вы спросите меня, а почему я молчала все эти годы? Я не собираюсь ни перед кем оправдываться. В конце концов, наша семья не совершила никакого преступления, скрыв смерть матери. Однако в этом и заключается главный обман Анны Заворотнюк. Да, преступления семья не совершала, но все эти годы они получали колоссальные суммы денег, которые якобы шли на лечение актрисы. Такие звезды российского шоу-бизнеса, как Дмитрий Маликов, Стас Михайлов, Сергей Лемах, ежемесячно переводили крупные денежные суммы. По подсчетам прессы, за 3 года, с 2019 по 2022 год, семье Заворотнюк было переведено более 4 миллионов долларов. Напрашивается вполне справедливый вопрос: а куда ушли эти деньги? Дочь Заворотнюк Анна, актриса, с весьма скромной зарплатой в 55 тысяч рублей за последние 3 года купила себе недвижимость в Майами, в Швеции и в Италии. Она открыла сеть музыкальных магазинов в Москве и салон модной одежды. Анна Заворотнюк практически каждый месяц делится новыми фотографиями со своими поклонниками с очередных курортов. По всей видимости, все эти годы семья Заворотнюк просто наживалась на имени своей матери. Ну и еще одна шокирующая новость. 5 октября 2019 года Настя Заворотнюк ушла из жизни. Но ушла она трагически, умерла не своей смертью. Как мы уже рассказывали ранее, 4 октября 2019 года особняк актрисы подвергся ограблению. В момент преступления в особняке находились горничная и Анастасия Заворотнюк. Из дома были похищены ценные бумаги, документы Анастасии и большая сумма в иностранной валюте. Стало известно, что преступники не хотели зла Анастасии Заворотнюк. Артистка попалась под горячую руку, и ее убрали как ненужного свидетеля. Спустя годы удалось найти и виновника преступления. Ограбление было совершено по наводке, а косвенно виновником преступления оказалась бывшая горничная Анастасия Заворотнюк. Когда мы уже заканчивали это видео, стало известно, что муж Анастасии, Петр Чернышов, сейчас находится в Соединенных Штатах Америки и никак не комментирует высказывания Анны Заворотнюк.